Так, сейчас посмотрю, как снимать, смотри. Прикольно же так, да? Матильдос. Это что ты сегодня, да? Также, ну ты мне сейчас вот так отковырял, сейчас вот на некоторые моменты, где мы слабо отковыряли, и вот сюда перешло. Вот тянешься, здесь больше раскрывается, а здесь косоебится немножко. Ну то, что это, как сказать, она не раскрыта. И вот так вот вся, как, знаешь, как есть же вот морды из сетки, если что-нибудь зацепляется там, какая-нибудь эксполос, вот такая же шляпа. Понял? Да, наверное, сейчас покушаю. Сейчас покушаю. Погода там непредсказуема. Всем здрасте. Посылка пришла с Алиэкспресс. Вот так довольно неплохо упаковано. Я-то уже здесь знаю, что. Автомобиль на крышу. Угадать, блядь, пишите комментарии. Чтобы быстрее угадать. Как дочь. Пандан! Пандан! Так, вот такая. Тоже довольно-таки неплохо упакована. 250 с чем-то рублей, что-то обошлась она мне. Такая пластмассовая штучка. Так, что здесь размещено? Ну, все то же самое. Ну, мог бы, конечно, китайцы полюц поставить. Вот, здесь находится антенна. Антенны у меня нету. Но ее можно поставить. Такой плавничок. Сейчас, кстати, пойдем поставим. Так, заклеим, что ли? Сейчас буду показывать сразу снова приблудить. Вот такой себе сделал. Так, продолжаем съемки уже. Стоп.
Так, что, будем склеивать? Если на то дело пошло. Какой, интересно, красный к машине, наверное. Так, кстати, сразу пойдем, наверное, поставим что-то. Нет. Куда же она? Не моет, но все равно. Оп. Оп, 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 оп. Все жидковато, конечно, но в моем случае изумительно. Так, вот как его ставить-то? Как на машину? Вот так вот или вот так вот? Сейчас мы посмотрим. Как ставить плавник, плавник. Плавник на крышу. Вот он. Вот он, ну-ка, картинки, картинки. Е-е-е-е-е-е-е-е. Ага-ага, ну-ка. Ну, так получается, да. Упаковать ее, ну ладно, поставим пятерку. Вот. Я его заказывал на Алиэкспресс, ссылочку оставлю в описании. Где он у меня, Алиэкспресс-то? Пойдем ставить. Ага, нет, хорошо, мам. Так, всем здорово. Идем, идем. Мы вчера приехали в нашу деревушку. Деревушечка моя. Так, будем ставить сюда. Thank you.
Даже вот не знаю, как ее лучше поставить. Но, а уже прикольно смотрится, кстати, автомобиль. Эх ты, блин. Уже иначе смотрится. Вот как на пути. Так, пишем в комментариях, пока я не заклеил. На каком здесь расстоянии можно ее... Нужно, точнее. Ай-яй-яй-яй. Эх ты, ветерок-то сегодня. Не на шутку разобрался. А металл растет. Ну, наверное, мы в этот год сдавать, наверное, будем. А на следующий, когда уже будем сдавать. Ладно, в общем, показал вам этот, как его называют-то, плавник. Вот. Ну, до следующей встречи. Курица деревенская, с лопами. Сегодня видео, как разобрать домашнюю курочку из пакета. Разбирать будем ее на части, откладывать на суп. Здесь 1,7 кг. Оп. Так, вот такая тушечка. Довольно-таки неплохая. Вот накачанная. Так. С этого что будем брать? Так, народ, всем здравствуйте! Новые приключения деревенские продолжаются. Давайте сейчас... Что произошло у нас? Произошло ЧП. Наконец-то сломалась